Да я вот тебе даю, клык тебе даю. Сам знаешь на кого. Принимаю. Тебе клык даю на этого, на учителя этого музыки на нашего. Да, три раза быстрее беру. Берешь. Вот я ему отвечаю ему, что я не... Ихняя чупакабра тоже может и у нас появиться. Так, а она была так, и ты не знаешь, у них было... Так она же была! У них не так, у них от фасоли было, они пили... У них не от фасоли, у них от этих добавок от химии мутировали. Сначала ее с подмышек начал трескаться. Они не мутировали, а мундировали сразу. И они потому что у них фасоль с мундирами, они ели. И у них мундиры стали развиваться, и был у них там еще тест. Какой стресс? Ну вот если бы мы с тобой целовались, это был бы интересно. Нет, не это. Ты не отстукаешь. Это было бы у них у Мексики. И они ели там, и там появилась у них чупакабра такая. Человек-волосянка был. Вот. И она родилась от женщины-вертолет. Ее так звали, потому что она упала и выжила. Ну, звали, я забыл, как по-мексикански. Все не так было. А так? Вот все не так было совсем. И она, эта чупакабра, непонятно откуда, как ходила в Японии появилась. То есть, говорят, что была всю жизнь. А мне же, я думаю... С яйца ходила, появилась непонятно откуда. А это чупакабра, называется чупакабра. И оно мутировано, чуп взорвался. Знаете, что чуп своим взрывается в микроволновых печах, используется. Я смотрел в фильме «Захват 2». Какой дурень их в печи сует, чупакабра. Сигал. А, и он засунул, и она пошванулась. Это можно. Чупа-ш-со. Их потому что говорят, ебарту, если долго сосать чупа-ш-со. Вернее, если положить и не сосать, то он может рвануть. Голову оторвет, скажите, да? Голову не оторвет, а десна покрошит. А сигал, кстати, сам чупакабра. Не, чупакабра, и она такая. Она не такая, это яно. Яно, да. Или янот. Ну, кстати, янот, кто-нибудь его видел? Ну... Янота. Я янота не видел. Только вижу. Собаку видели. Собаку янота. Собаку янота видели, да. А я еще видел человека янота. А есть еще крошка янота. А не, росомаху я видел. Это кино было мены, X-мены. Ты, кстати, не пошел, дурень, тогда. Пожалел ну денег. Ну что? Говорит, я лучше насобираю. А говорит, денег, говорит, хочу подписку купить юного фокусника. Фокусника. Хочу. Юного фокусника. Ну, купил себе потом юного фокусника. Я там все фокусы за 76-й год, который уже сейчас рассекретили. А я ходил, там был человек росомаха. Где? Ну, его так берешь из руки, у него такие серпы. Как у Кругера, только не ножницы. А такие серпы. А я человека скунца знаю. Я тоже знаю. Я человека с кунцовшины знаю. Я его берешь и идешь куда хочешь. Еще расступается. В очереди, хорошо. Мы за билетами. Или за пивом его посылали. И он говорит, мужичок, Даня тут занимал. А ему уже камера. Главное, как руками не сильно шевелил. Да. Да. Это так опасно. Его надо в плащ палатки привезти. Главное, его и прыскали, и все. Это его такая какая-то гена у него. А потом оказалось... Гена что... это железо или железа. Ну, она какая-то была сильная такая вот. Да, даже через тур сильная. Чупакабра. Ну. Нет, так чупакабры много, а вот сосед Еч. Реально тоже чупакабра. Ну, это да. Помнишь, ты комики дал? Ён на болотах три недели Чемергес гнал, нагнал 6 40-литровых. А он природный газ использовал. Природный газ использовал? И он его набирал, и его как шар был. Так потом даванет троху, и оно это все горит у него. Его был такой незамкнутый процесс. А потом газ начал использовать его. Как его сейчас теперь даванешь троху, так начинает... Да давить не надо. Когда он участковый его брать приехал, уже сос с поднятыми. Ну, а я на выбил дверь. Соседи поднял, говорит, поднятые проходите. Поднятые, да. А там эти поднятые чуть сами стоять. Ну. Он говорит, проходите, говорит, будем составлять протокол. А там ты брать нечего. Ну чему брать? Он 3 литра взял потом. Нет, так взял, а я вот. Выпил, там же его повалил всю лужу, и его тогда еще люльку усвистнули. Две чупакабры были. Чупакабры, да. Да. Участковый чупакабра был. Ну, а еще на этом, после... И что ему под погоны муравьев насували тогда? Вот смешно было. Если
пчелиное гнездо. И он пришел, я на... райотдел, и он приехал уже рассказывать, почему его вместо табельного оружия, там, ну, навоз у него был. Да. В кобуре. И он говорит, где ваша табельная сдача? А у его матка муравьи выползают. И еще и муравьи по всему кабинету расползлись. Сюрреализм какой-то пошел. Ну, чупакабра. Ну. А что он приезжает? Мы вам уже предупреждали. Самогоноварением, и оно ж само гонится. Ну. Нельзя бороться с кем, если оно само. Ну. Нет, откуда не возьмешь. Ты с загаром. Ну, с загаром можно бороться. Ну, как бороться? Ну, только... В водолазном костюме, если только ходить на пляж. Ну. Ну, таком тяжелом. И то, может, отсекла, может... Или как джифазген в бочке. Джифазген, он же в бочке, но там же его щели были, небось. Не, ну щели были, да. А я уже щели были, щели баба. Щели – это самая так... древняя профессия на Земле. Одна из самых древнейших. А мы ходили по пляжу туда сюда, этой щели? Раньше пляжа не было как такового. Ну, и он бесплатный. Но кругом мировой океан был. И он на плоту его ехал, ты если... На плоту это Хиердау поехал. Какой Хиердау? Он смастерил лодку? Это едет здесь, с бородой наш вот едет. Все время он его... А, это Конюхов? Конюхов, да. Вот человек, ребята. Надо его Китов назвать, а не Конюхов. Ну, что Конюхов? Но. С Морони он приедет с бородой. И жонка у него такая же. А у него нет жонки? Есть. С бородой? Жонка с бородой там у него такая. Стоит, главное, на берегу. Детей прибавляется. Говорит, а Конюхов приезжает, только опять дичок. Да, опять чванты, штепщили, шмопщили. Да, и гоши немного. Так он их как и называет. Пономорски, пономорской. Один черненький, один китаец. Один камбуз, да. Камбуз, да, он. Всех принимает, как своих. Компас, камбуз, да. Грот, моксчель какой-то там. Споксчель. А он до сих пор, некоторые дети сами не могут. А фамилию еще я дал Конюху. Не, один только взял. Банку. Нет, взял себе двойную, Конюху в Ринштейн. Гальстрюм. Эти путешественники, ребята, ну тот же Сенкевич, смотри. Не, Сенкевич, что на Дроздов был. Вы глядели, он был... Нет, так Дроздов он за этими, у героя. За блохами. Говорят, когда выключали камеру, он такое творил, ребята. Женщину, особенно, из черепа. Thank you.